Сквер Набережной появился в поселке Палана. Обустройство места для отдыха жителей выполнено в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». В прошлом году в рамках проекта «Решаем вместе» большинством населения Палана было принято решение о создании сквера на месте старого заброшенного пустыря. И вот в этом году в течение нескольких месяцев шли работы, и наконец-то появился сквер, который уже сегодня пользуется большой популярностью у жителей нашего поселка. Была расчищена территория, было установлено освещение, хорошие лавочки, урны, качели стационарные. На реализацию проекта по обустройству места для отдыха жителей сквера Набережной выделили около 4 миллионов рублей. Площадь участка благоустройства составляет почти 1670 квадратных метров. Хочу сказать большую благодарность выразить губернатору Камчатского края Солодову Владимиру Викторовичу за создание такого проекта и, конечно же, выразить надежду, что он будет продолжаться и с его помощью мы будем и дальше благоустраивать наш поселок. На Камчатке продолжается реализация проекта «Решаем вместе», в рамках которого в 71 населенном пункте строится 75 социально значимых объектов на общую сумму почти 299 миллионов рублей краевых средств. Добавим, в рамках реализации проекта в этом году в регионе будет построено 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля и 1 остановочный павильон. Кроме того, в итоге голосования за объекты благоустройства в рамках проекта «Решаем вместе», которое прошло в сентябре, отобрали 84 объекта в 73 населенных пунктах края, которые приведут в порядок уже в следующем году.